В столичном парке Николаева прошел фестиваль сказочных санок. На необычные средства передвижения посмотрела наша съемочная группа. Чудо-ванна, карета снежной королевы и даже волшебная печка с Емелей. Каждый участник старался сделать свои санки самыми необычными. Популярным героем стал символ года поросенок. Фантазия участников не знала границ. Свинки из картона, из ткани и других материалов. Некоторые фигуры по объемам были вровень, а то и больше самого детского транспорта. Отдельные семьи инсценировали целые сказки. Мы решили изобразить серый волк и трое поросят. Но, к сожалению, один учится у нас в школе, и получилось только двое поросят. Фестиваль сказочных санок проходит 8-й год подряд. Его участниками стали более 20 семей. Победители получили вкусные подарки, все остальные – памятные дипломы. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.